Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Сегодня снимаю видео, которое называется «Мой новый друг. Второй сезон. Шестая серия». Итак, начнем. Не бойся, Беззубик. Ты мой любимый дракон. Крангильда, она тоже моя любимая, но ты знаешь, пусть она летает там. Так, заходим в мою комнату. Ой, аккуратно. Нет, я не виню, просто аккуратнее надо. Так, доченька, ночная фурия. Мне плохо. Мама, стой. Что этот монстр тут делает? Быстрее убей его. Ты видел? Юная воительница? Нет, нет, это мой друг. Знакомься. Это Беззубик. Я сейчас позвоню отцу и скажу, чтобы он убил этого дракона. Причем эта фурия, она единственная, потому что больше нету таких, как он. Нету? Нету? Нету. Это же какой редкий трофей. Все, я звоню отцу. Нет, мама, стой. Да почему, доченька? Мы тогда будем знаменитостями. Мы и так будем знаменитостями, если все узнают, что я, можно сказать, первая та, которая убедит всех пони, что драконы нам не враги. А была одна приручительница, но она приручила. Она не доказала людям, что они хорошие. Ну ладно. Что мне надо делать? Дай ему покушать. На. Все, видишь, он поел. О, а почему это какая-то неправильная ночная фурия? Что это у него? Ой, красная. А, это... Ну... Беззубик, пожалуйста, тихо. Помнишь, я в детстве хотела стать ночной фурией и делала себе хвост. Да, автоматически там. Ну вот я сделала ему тут все, доделала крепление. И теперь он может летать с помощью меня. А так у него одного закрылка нет. Нет, видно, кто-то ему постарался его сломать. Ой, драконы дерутся. И ты приручила единственную ночную фурию. Бррр. Да, да, иду, Беззубик. Я знаю, что мы сделаем. Мы выйдем прям в центр нашего города, на самую центральную улицу. И там я приручу дикого дракона и докажу всем, что мы с драконами не враги. Удачи тебе, доченька. Я тогда тоже пойду, сейчас только сниму этот халат, я с ним не хочу ходить. Пойдем. Докажем всем, что драконы друзья. Здорово, Беззубик. Пошли. Ой, мам, прости. Пойдем. Что тут происходит? Зачем нас собрали? Я не знаю, что тут творится. Добрый день, житель нашего города. Я пони Рэмбл Дэш или Радуга. Неизвестная себе пони. Дочка знаменитого бойца с драконами. Да, да, знаем, знаем вашего отца. Я думаю, почему же такой странный мир? Мы воюем с драконами. Почему? Ну, потому что они на нас напали. А почему? Почему напали на нас? Никто не хотел их приручить. Уже приручали. Да, я знаю. Смотрите. Ночная фурия. Ночная фурия! Нет, не бейте его. Это ночная фурия. Единственная в своем роде. Ее надо взять. Нет. Это ночная фурия. Самая лучшая. Фурия. Самый лучший дракон. Но он единственный, как и все эти драконы. Он такой же злой, как и они. Нет. Это не так. Он у меня приручен. И он очень хороший. Я и вам покажу, как надо приручать драконов. Ну и как вы это сделаете? Сейчас вы это увидите, Беззубик.
Ужасное чудовище. Оно нападает. Нет, нет, стойте, не разбегайтесь. Мы не враги. И я не такая, как они. Довольно. Глупый дракон. Нет, стойте. Нет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.